Всем хай, с вами Юджин, и сегодня мы с вами ни во что не играем, потому что я решил не посвящать этот маленький ролик никакой из игр, а просто немного поболтать с вами. О чем я хотел с вами поболтать? Как вы знаете, у меня был небольшой перерыв, где-то примерно 2 дня или 3, может быть, дня ничего не выходило. Вот, и все это было связано с тем, что у меня было много работы, я был на Игромире, я кое-что там снимал. Это, сразу говорю, не связано ни с каким развлекательным видео, которое у меня выйдет на канале или у кого-нибудь еще. Нет, это было все чисто по работе, я не хочу вдаваться в подробности, это не так важно. Что я, собственно, хотел сказать. Пока я был на Игромире, нашлись люди, которые смотрели и смотрят мои летсплеи, мои подписчики. Возможно, вот даже они сейчас смотрят этот видос. Здорово, ребят! И люди, которые подходили ко мне на Игромире и узнавали меня, фоткались со мной, жали мне руку. Это было... Вау, это было действительно... Это было мега приятно. Чё ж там говорить? Я не ожидал этого, реально. Я думал, что никто меня узнает. Тем более у меня борода еще была жесткая. Я просто не брился несколько дней. И зарос смачно. Вот. И притом я был дико уставший, рожа была пухшая. Вот. И все равно люди узнавали, и это было... Действительно, мега круто, это очень сильно мотивирует, то есть ты понимаешь, что кто-то запоминает твою рожу, кому-то нравятся твои видосы, и некоторые прям даже, о, Юджин, типа, вау, это, я обожаю Форест и так далее, и чувствуешь себя так, типа, блин, да, как-то так, не, на самом деле, просто было, ну, было дико приятно. В общем, ребят, спасибо вам огромное, что подходили, что проявили внимание в мою сторону. Это... Давайте, ребят, вам петюлю прям дам, персональную для вас, для всех, кто подходил. Готовы? Поднимайте лапы. Давайте. И петюля! Ребят, огромное спасибо вам еще раз. Это было дико круто. Но, разумеется, я не могу не сказать спасибо всем остальным подписчикам, кто смотрит видосы, подписывается, комментирует, проявляет активность и... делает рисунки различные и прочее, прочее, прочее. Ребят, огромное вам спасибо всем. Я никого из вас не выделяю. Я считаю, что вы все одинаково офигенные. И спасибо вам еще раз. Я понимаю, возможно, уже бесит, да, что я спасибо, спасибо, спасибо. Но так и есть. Я действительно вам благодарен. Огромное, ребят, вам спасибо. Двинемся дальше. Следующее, что я хотел вам рассказать, это то, что я собираюсь установить график выхода летсплеев. То есть мы выходим, да, опять снова на 2 выпуска в день. И график будет следующий. То есть я хочу зафиксировать время. Закрепить время за каждым выпуском. То есть первый выпуск у меня будет выходить в 2 часа дня. И следующий, второй, будет выходить в 9 вечера. И, в общем, я для чего это делаю? Чтобы вы ориентировались и не сидели в группе просто так и ждали, ну, непонятно чего. Да, я не всегда могу, просто, понимаете, я не всегда могу заходить в группу и писать: ребят, сегодня там ничего не будет. Я не всегда могу выкладывать видосы, не всегда могу их записывать. Летсплей — это не основной вид моей деятельности. Я много чем занимаюсь, ребят. Дофига всего есть. И в личных делах, и в работе, и в сторонних проектах, о которых чуть позже расскажу. Вот, так что... Просто чтобы вы знали, что вот выпуск выходит либо в 2, либо в 9. Точнее, и в 2, и в 9. Если вот в районе 2 и в районе 9 ничего нету, то знайте, что выпуск просто перенесется на следующий. На следующий отрезок. То бишь, ну, если в 2 не вышел, то он выйдет в 9. Если в 9 не вышел, то он выйдет следующим днем в 2. Вот так вот. Просто чтобы вам всем было удобно и мне было удобно, то есть я буду сразу знать, там, допустим, я еду такой в метро, так понимаю, ага, уже 8:30, я за полчаса до дома не доберусь, точно не выложу. Значит, все, я просто буду, и я не буду мучиться, и вы не будете мучиться. Как-то так, короче, всем удобно! Следующая тема, она посвящена моей сторонней деятельности. Я говорю сейчас про EJ Movies. Наверняка кто-то из вас еще есть, из тех, кто смотрел ролики EJ Movies, и знаете, да, чем я занимался несколько лет назад. Вот, и также вы знаете, что был большой перерыв. Был перерыв 2 года, да, по-моему, уже прошло, с тех пор, как выпустил последний ролик. Да, я понимаю, это жестко, 2 года ничего больше не снимать, но я скучаю по тем временам. Я сразу вам говорю, ребята, ролики будут выходить, это железно. Стопудово будут выходить, просто я хочу сделать все правильно. Понимаете, я еще давно говорил, что я не буду штопать ролики EJ никогда в жизни, потому что я не конвейер гребаный ствол. Я хочу, чтобы то, что я делаю, доставляло мне удовольствие и радость. Если я не получаю какого-то вот кайфа, то все, я просто амебным становлюсь. Я умираю как личность. И я должен ощущать вот этот внутренний драйв внутри себя всегда.
Вот, и плюс вот этот период, который был в моей жизни, вот эти 2 года, почему не снимал, я... Там много, короче, всего происходило, много было перемен, много было трудных перемен для меня, и, в общем, это время прошло недаром. Я считаю, что я вырос как личность, стал лучше. Я каждый год оглядываюсь назад, вспоминаю себя того прошлогоднего и думаю, боже мой, чувак, ты был дико тупой, и сейчас ты гораздо лучше, серьезно. Я надеюсь, что в следующем году я также себя вспомню и скажу, господи, вот я тупицей был. Вот, это означает, что я развиваюсь, и это круто. Ролики, короче, ребят, будут, но я не могу сказать, когда точно, потому что я сейчас наобещаю, да, а потом опять что-то там бац случится, и все. И вы будете думать, блин, Юджин опять что-то тут нагнал нам. Вот, ролики точно будут, я просто сейчас кое над чем работаю, это будет первое, что я выпущу не летсплейное, не буду говорить, что это, вообще не буду ничего говорить про это. Суть в том, что это что-то очень клевое, по крайней мере, мы с Лехой это делаем, с моим братом, и мы дико кайфуем от того, что получается, хотя мы уже задолбались, потому что мы делаем это уже, наверное... Мы делаем этот проект уже больше 2 лет. Серьезно, это дикая история. В общем, тоже не суть, кухню вам не обязательно знать, но как только это выйдет, это будет офигенно, реально. Даже если вам всем не понравится, это будет круто для меня лично. Я считаю, что это дико офигенно. Вот, так что ждите, ждите анонсов, ждите релизов и так далее. Ладно, с этой темой разобрались, идем дальше. Следующая тема это, короче, кто-то из вас, некоторые люди пишут иногда и вот до сих пор пишут, предлагают такую фигню мне сделать, чтобы я записал ответы на ваши вопросы. Я, в принципе, хочу это сделать, но я просто не знаю, насколько будет вам это интересно, вот насколько большинству моих подписчиков будет интересно, проявят ли люди активность, проявите ли вы активность или нет, а? Вы будете задавать вопросы, вам вообще интересно что-нибудь обо мне или нет? Вот, просто напишите об этом в комментариях, пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео, и если их будет достаточно, я попробую из этого что-нибудь такое записать, не знаю, если вам интересно, то почему бы его не записать, да? В любом случае, если будет достаточно вопросов, то я постараюсь это сделать забавно, чтобы это было не просто тупо ответ на вопросы, чтобы это было еще, ну, как-то весело смотреть. Короче, ребят, на этом я с вами закончу этот видос. Ждите вечером в 9 часов исчезновения Итана Картера. Огромное вам спасибо, ребят, за ваши лайки, подписки, активности и прочее, за ваши комментарии положительные и за вашу критику. За все вам спасибо, ребят, огромное. С вами был Юджин. Давайте 5. Готовы? Писюля! С вами был Юджин, и всем пока!